К Дворцу Республики, где находится памятник Абая, символы казахстанской оппозиции, алматинцы начали подходить с 11 часов утра. Кто-то шел на митинг целенаправленно, другие стали случайными свидетелями и попросту не смогли пройти мимо. Но всех объединяло одно – недовольство. Девальвация тенге привела к росту цен. Обнищавшие казахстанцы вышли на акцию протеста. Вместо того, чтобы сидеть уроком, готовиться, я должна стоять здесь на митинге и просить на кусок хлеба, так получается. Почему правительство нормально не работает? Это их проблема, это не наша проблема. Если они не справляются, пусть уходят тогда. Какая сейчас средняя зарплата у учителей? 50 тысяч тенге средняя зарплата. А извините меня, это же работа, на 50 тысяч пахать и пахать. Последние годы митинги несогласных самые многочисленные. Несмотря на оцепление и попытку силовиков разогнать взбунтовавшийся народ, собралось несколько сотен человек. Под видом уборки улиц людей забаррикадировали спецтехникой, чтобы со стороны они не привлекали внимания прохожих. Все годы у нас забирали наши права и свободы. Мы молчали. Правильно. И теперь мы расплачиваемся за это. Не, ну, видишь, они даже не и поэтому нам нужно собираться, нам нужно быть вместе, нам нужно говорить и обратно вернуть наши права и свободы. Ближе к часу дня к митингующим присоединились общественные деятели Канагат Такеева и Жасарал Куанышалин и другие. С утра у них была назначена встреча с акимом Ахмеджаном Есимовым. Разговором они остались недовольны. Трусливый мэр вновь обещал и врал. Эта его тактика уже давно известна многим, но ни один свой посул он так и не выполнил. Мы поднимали несколько таких глобальных социальных, да, вопросов. Это в первую очередь кредитные займы, это земли, да, по конституции, которые положены по 10 соток раздать, это сфера ЖКХ и так далее. Единственное, что хочу сказать, удовлетворены ли мы этой встрече? Могу сказать однозначно – нет. Высказать свои претензии к беспардонной и безалаберной власти пришли многие. Сегодня люди не побоялись дать точное определение диктатору Назарбаеву. Особенно отличилась активностью казахстанская молодежь. Шаукет! 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 Мы выражаем протест. Нам надоело, что один и тот же человек правит нашей страной безуспешно, неэффективно. Я не боюсь это сказать. Я хочу, чтобы не было сегодняшней власти в лице Нурсултана Абишевича. Мне это надоело. Почему мои пенсионные отчисления сегодня на 20% снизились из-за девальвации? Это не только первое. Это, наверное, миллионный факт. Справиться с митингующими собственными силами полицейским не удалось. Активисты попытались пробиться через ограждение к памятнику Абая. Ворота не ждут, сырать. Я что, ворота-то закрыли? Доведенные до белого коленя люди пошли к акимату города, скандируя «Алга, Казахстан!». Их сопровождали назарбаевские церберы. На подходе к резиденции Есимова бойцы оцепили шествие и насильно стали запихивать людей в подъехавшие автобусы. Арестованы около 30 человек.